Во-первых, удобно, все-таки 3 дня, ты можешь выбрать свободный для себя день. Понятно, что выходные часто семьи, друзья отдыхают, какие-то свои планы, поэтому и сегодня, и завтра. Ну и вчера тоже мы видели хорошую явку. Выборы всегда важное мероприятие. Вот очень приятно, что в Московской области большое количество участия. И вчера было, мы видим, и сегодня все стабильно. Мы очень заинтересованы, чтобы все было без нарушений. И, конечно, отдельные слова благодарности тех, кто на участках работает, потому что работа каждого УИКа, их в Московской области более 4000, это очень хлопотное дело. Мы можем прийти с пятницы по воскресенье, а люди, которые здесь находятся, они гораздо раньше начинают, потому что все это организовать, получить бюллетени, это все большая серьезная работа и ответственность. Самое дорогое, что может власть получить, это доверие.